Воспитанники летнего лагеря, действующего на базе Лесногородской школы, приняли участие в акции «Я рисую Россию», которая была приурочена к празднованию Дня России. Ребята украсили школьные стены тематическими аппликациями, а также нарисовали цветными мелками возле входа патриотические рисунки. В этот день в школьном лагере также прошел исторический квест и танцевальный флешмоб «Цветные ладошки. Флаг России». Об истории возникновения праздника детям рассказали депутаты окружного совета депутатов Татьяна Одинцова, Михаил Солнцев и Вячеслав Киреев. Также единороссы приняли участие в акциях по раздаче лент триколоров.